Друзья, мы возвращаемся в студию. Напомню, что вы слушаете Одесса FM. Продолжается наше утреннее шоу. Сегодня у нас в гостях официальное лицо закулисья фестиваля Лиги Смеха Расул Мирзаев. Расул, привет еще раз. Привет, привет. Давай вот поздороваемся с теми слушателями, кто к нам только что присоединился. Мы с тобой поговорили про первый тур, ну а теперь переходим ко второму туру. Расскажи, пожалуйста, в чем его особенность? Особенность второго тура заключается в высокой концентрации юмора. Команд по сравнению с первым туром гораздо меньше. Их выступления плотнее, шутки смешнее. Ну вот. А как происходит это чудесное превращение, что все становится смешнее, плотнее, само собой или кто-то помогает командам? А за день до этого есть такой замечательный день редактора, да, день редактуры. Команды получают какие-то правки в свое выступление, им помогают с формулировками шуток, для того, чтобы они были более смешными, выступления более плотными, да, понятнее зрителю. Плотными. Плотными, да. Вот все, слово, я всегда да. славился тем, что правильно ставлю ударение. Прекрасно. Ударение. Нет, я тебе больше скажу, ты придумываешь новые слова. Ну, давай я вот сформулирую, попробую, как мне понятно, что благодаря работе с редакторами выступления команд становятся более смешными и более понятными зрителю. Зрителю, конечно, конечно. А как команды относятся к работе с редакторами? Опытные команды воспринимают это прежде всего как помощь, а молодые как на казнь идут. Ну, а могут команды обойтись вообще без редактуры? Нет, конечно. Это неотъемлемая часть фестиваля. Чистая классика. Здесь сегодня будет второй тур проходить, а Воробушек уже готовится. Расул. Привет, Васька. Где твоя банда вся? Они под картоном. Мы сейчас научились выступать в 2D-графике. Слушай, это очень круто. 2D. Очень круто. Но юмор-то у вас не плоский. Есть. Не плоский. Ну, посмотрим. Это ж такое дело. Пацаны сейчас приспосабливаются, видишь, к плоскому юмору. Знаешь, я волнуюсь. Стоит не знаю, как... Расул, вот там вот сидят вот члены жюри, Зеленский, Чевурин, а мы с тобой вдвоем. Членов жюри же не будет во втором туре. Не знаю, да. Но они сидят. Но они сидят. На наши выступления все приезжают. Мы с тобой, мы Расул. У нас команда называется... Давай, ты придумай. Давай. Наша команда называется... Давай, что-то птичье. Расулята. Расулята. Приходите на Расулят, смотрите, подписывайтесь. В четвертом сезоне. Хочу показать, где я сегодня буду работать. Я сегодня буду работать в зале. И вот. Да. И вот за кулисой, за самое главное, откуда команды будут выходить. Ой, что-то, блин, аж я волнуюсь. Не знаю, как они там, наверное, репетируют сейчас очень-очень. Вот эти места коварные. Коварные места отсюда будут сидеть, смотреть на всех. А где же Вова будет сидеть? Где Вова будет сидеть? Ну ты на нем сейчас сидишь. Вон, все, нормально. Мне нравится. Хорошая, это хорошая команда. Это больше похоже на Шуфутинского, но ничего. Я сыграл Вову, который сыграл Шуфутинского. Скажи, круто? Да, поэтому я и не выступаю. Так, звукорежиссеры, которые сегодня будут парить или не будут парить, они будут сидеть здесь. Звукорежиссеры команды, имею в виду. Вот пульт их, они подкидывают сюда ноутбук. Джек. И джек 2, для чего, не знаю. Мышка, нет. Все есть. Эти места не занимать, потому что здесь сидят очень уважаемые люди. Ладно, пойдем посмотрим.
как репетирует. Прямо горячая редактура. Горячая редактура. Да. Попалась. Да. Привет. Куда ты идешь? Я иду туда. Давай, 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 не опаздывай. Ой, слушай, это ж классный это чувак. Я. Можно сейчас быстро сделать что-нибудь? Конечно, конечно. Давай. Лига смеха. Круто, чувак. Я тоже умею. Очень яркие ребята. Давайте вам удачи. Уверен, вы по-любому понравитесь. Ну, а там уже удача для того, чтобы пройти в следующую стадию. Оп! Я неправильно сделал. Давайте еще раз. Здесь штиль. В это время за барной стойкой. Молодцы, ребята. Вот смотрите. Смотрите. Сереже объясняем, как что ему надо сделать. Сереж, ты что, не понимаешь, что ли? Ну все. Умка, логотип Умка. Вот. Потом надо включить видео. Конечно, все. Конечно. Все. Господи, я уже после все слов, понял. Внимание на экран. После слов, внимание на экран. Все запомнил? Да. Ну все, хорошо. Ты вовремя ключ. Да. Все, точно? Да. Смотри, на портач я вот специально подойду, буду снимать. Да. Все. Вот. Привет, привет. Привет, Уля. Донецк. 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 Привет. Это моя привет. Жена. Это моя жена. Твоя? Точно? Да. Настоящая. Так, что пьет Донецк? Американо с молоком. Молодцы. Пашка, мой друг, пришел. Тоже кофе хочет заказать. Кофе есть. Кофе. Блокнот. Один блокнот, пожалуйста. Один блокнот. Выступаете? Мы сегодня просто смотрим. Правильно. Да. Че? Как это еще? Ну, не прошли во второй год. Господи, какие же вы неудачники. Мы просто умеем петь, зажигать, а вот этот юмор, это вообще не наш. Да ладно, не скромничай. Не, на самом деле, все же понимают, какой путь надо пройти. Вот, нужно больше работать, больше. Надо вести себя хорошо. Да. Что-то раненько вы сегодня, Александр, раненько. А что делать? Кто раньше встает, тому места в первом ряду дают. Знаешь, приходится все равно в очереди стоять. Вот что за ерунда такая? А это все Советский Союз, привет ему. Если не постоял в очереди, значит день зря. Здравствуйте. Привет. Кто-то говорил, что водичку нельзя в зал, да? Ага, смотри. А ему водичку нельзя, автомат можно. Мы порешали. Ну ясно все. Это настоящий? Нет, это страйкбольный привод. Вот ты вот молодец ты. Сказал бы, да, сейчас смольну кого-нибудь, если не встанут. Ой, не встанут, господи. Давай, ты сейчас что-то отыграй, а я музыку подложу. Давай. Зеленский опаздывает. Зеленский опаздывает, Зеленский опаздывает. Ты слышал? Зеленский опаздывает. Да? На маршрутку не успел. Вы слышали, да? Что именно? Зеленский опаздывает. Да, блин. Как обычно. Все, теперь переносим еще на 2 часа. Еще на 2 часа? Да. Шутка. У меня такие шутки. Бывает. Привет. Что ты? Я никого... Я сейчас только что накрыл команду, которая не прошла. Юра? Да, меня Юра с детства зовут. Как же я похож на Юру? Это кошмар. Привет, яркий костюм, привет. Вот, это воробушек плоский юмор воробушка, о котором говорил Вася. Маленький еще, нельзя тебя показывать. Экономическое шоу, да. И ты включаешь четвертый файл. Четвертый файл, так. Не запаришься? Смотри, приятного аппетита. Обед, спасибо, обед. Спасибо. Сникерс и вода, настоящая еда. Холостяцкая. Ой, смотрите, переодеваются. Ой, а ты чего оделась уже? Это банда, которая будет вас развлекать сегодня, да? Так и есть. Давайте, слушайте, я прям влюбился в вашу команду. Вам не надо, выступать, вам надо группу свою создать уже и шарашить. Я думаю, вообще будет бомба. Вообще готовы. Да. Все поют. Только что на ваших глазах мы поймали в штабе Росик. Юля, ты брала деньги? Лига смеха платит, ребята. Вот, пожалуйста. Команда. Хорошего вам отдыха. Ага. Хорошего вам отдыха. Не потеряйтесь. Подождите. Как платят? Командам платят. Лично. Ой, командам платят. Командам. Распишитесь, пожалуйста. Расскажите, все нормально. На что вы будете тратить этот день? Мидии, я уверен, первое. Мидии хочет. Я очень хочу мидии. Чингис, еще раз так отредактируешь?
А чем ты заснул? Заснул. Короче, надо что-то себе придумать. Расскажи, что ты пришел? Ну, тут какая-то съемка. Ну, как-то весело здесь, да? Не, какая-то съемка сейчас будет. А, все. Там какой-то перерыв. То есть мы тебя увидим в эфире? Нет, я имею в виду, съемка я уже, в общем, ладно, я в съемочной группе. Ух ты! Меня взяли держать микрофон. Но в сезоне мы тебя увидим? Хорошо, на фестивале, на эфире галоконцерта. Нет? Увидим, не увидим. Вот Зуб никогда правды не скажет. Пока, Марк. Приветствую. Это человек, я с ним что, никогда вчера играл, познакомил. Заур. Да. Откуда ты приехал? Я прилетел. Прилетел, да? Да. Откуда? Я из Штатов прилетел. Из Штатов что? Да. Специально на фестиваль? Специально на фестиваль, друзья. Через Киев специально на фестиваль. Вот прилетел. Что здесь делать? Вот я бы из Штатов в жизни бы сюда не приехал. Это кажется. Здесь самая отличнейшая атмосфера. Мозги кипят, креативят прямо здесь. Все так, что офигенно. Я вас всех люблю. Реально, реально, ребята, я вас всех люблю. Сейчас пойду на просмотровый второй тур и кайфану вместе со всеми. Все в Штаты? Да. Все, пускают зал, да? Пускают зал. Я специально заявляю, Зайенька идет в сезон Лиги Смеха, но в следующий. А вот Эльдар идет в сезон. А не факт, подожди, давай мы выступим. Сейчас голос дерево просто. А, это тот еще певец у него, смотрите, какое горло накачало. Посмотрите, горло. Покажи голос. Голос, покажи. Горло певца, смотрите. Какой коты! Посмотрите, какой коты! Непонятно, это горло певца или юмор певца такой? Они певцы такие, знаешь что? Такие юмористы. Рады вас видеть, вы такие красивые, гораздо моложе нас. Это неприятно. Все поздравляем с Лигой Смеха! Ура! Лига Скрос, Лига Наций, Лига Плёс, Лига Палаций, Лига Президента, Лига Федерации. С минутки на минутку, да, начнется первый тур. Первый тур, господи, второй тур. Второй тур, что за команда? Чек Норрис. Такие вот соли витают. Слушайте, всегда сложно выступать первыми, да? Или же вам как-то все равно, мы крутые, мы сейчас... То як на випускному перший раз и подружка, и, ну, якби, 2 хвилинки у нас виступ. Что, друзья, то Карпаты, крихітко. Показати класную штуку. А, это моя любимая, кстати. Петлящ. Супер. Благодаря этому человеку вы увидите все фотографии, которые будут в альбоме. Да. Спасибо тебе. Ну, привет. Привет. Где ребенок? С папой. Это та команда, которая... У них родился ребенок, они выступают вдвоем, правильно? Вдвоем. Да. А, у них родился ребенок. В прошлом году ты была беременная на фестивале. Да. В этом году уже с ребеночком. На кого оставляете во время выступления? На подружку. Вот кум. Ты... Ну, он же не та подружка, которая... Нет, нет. Ну вот, вы попались, вас теперь можно снимать. Хрен вы от меня сбежите. Как дела? Какими вы... О, калаш, ладно, давайте. Удачки, друг, давай, ты. Привет тебе. Очень крутые. Давай. Спасибо, Русул. Или мы проходим дальше, или мы рожаем людей, которые проходят дальше. Всегда хочется с ними выйти. Красавцы. Это капец. Достойно выступили. Спасибо. Запорожье, отгадайте, кто это? Это младший брат Ханумака Руслана. Ханумака Руслана. Мы все говорят похоже, но я считаю, что это не так. Похоже, чувак, вы на сцене даже подача одна. Ну это в крови, это я не пытаюсь пародировать. У нас же мать одна, мам, привет. Да, а машина одна тоже на твоей? Кирочка нет, у меня лучше. Вот они, круто выступили. Спасибо, братан. За вас. Пис, всем мир. Братан, ты точно за нас? А то армяне там тоже сидят. Конечно, за всех. Красавцы, просто очень есть. Спасибо. Это моя любимая фишка. Давайте.
Смотрите Расула, подписывайтесь на его канал, ставьте лайки. А что, Женька, знаешь, что делаем всегда? Решил тряхнуть стариной. Решил тряхнуть стариной. Переживаю, очень сильно переживаю. Я вижу, потому что ты повторяешь то, что я говорю. Почему ты не переживаешь? Ты всегда должен улыбаться, запомни, хорошо? Отлично выступили! Отлично выступили, с вас вино! Куда все? Чего все уходят? Чего все уходят? Кушать. Все есть хотят одновременно. Ладно, шутка, перерыв. Надо было ответить. Мне очень сильно понравился первый блок. Если честно, очень сильно запомнилась библейская сборная. Во втором же должны быть смешнее команды, да? Очень сильно надеюсь. Потому что, ну, блин, это третий сезон. Два запомнилось, третий должен просто выстрелить. Да. Удачи тебе, приятного аппетита. Спасибо. Тебе нужно кормить это все. Да, да. Все пошли хавать. И я пойду похаваю. Какое твое любимое юмористическое шоу? Ну, если честно, Лига смеха. Наверное, Квартал. Лига смеха. Потому что там смешно, задорно и там есть модели. Лига смеха. Я завжди дивилась «Розсміши коміка». Наверное, «Квартал». Потому что молодцы, монополисты. Странный вопрос, конечно же, «Лига смеха». «Квартал 95» – мое любимое юмористическое шоу. Судьи. Сериал «Счастливы вместе». «Вечерний квартал», Владимир Саныч. Так, «Дизель» нет. По-моему, «Лига», да, «Лига смеха». А зарубежные, европейские, американские? Мне очень нравилось шоу Эдди Мерфи. Стендап американский, вот обожаю. Роуст. Ну там выходят зерки и один одного трешечки бакланять. Очень много есть крутых, типа CNL, Джимми Фэллон, Британии, Грэхэм Нортон, вот такого плана. Не дивлюсь. Я пробовал дивитися, але то їхній гумор або за високий, або за низький для мене. Наверное, QI. Это британское телешоу, очень смешное, там очень интеллектуальный юмор. О, вот этот дядечка, типа, который Ургант, но только американский, вот это шоу называется, очень смешное. Дизель-шоу «Аргентина» мне нравится, аргентинский формат. Комик-эталон, возможно, это Сергей Огурцов из Реутов ТВ. Мне нравится очень Джим Керри. Наверное, Луиси Кей, вот обожаю этого чувачка. Андрей Петрович Чевурин. Ну, для меня это авторитет. Джим Керри. Красавчик. Юрий Ткач из Днепра. Вот такие чувак. Джимми Карр мне нравится очень. Это Владимир Зеленский. Тут пока у него не появилось еще такого объективно серьезного соперника. Карагодин Юрий. Очень смешной мужчинка. Братья Шумахеры, первый состав, 92-го года. Джордж Карлин. Это женщина. Не знаю, может, тот-то пиво придумал. Судя по всему, клевый чувак. Напевно, якийсь свідомий чувак. Стендап. Пер. А, стендап, стендап. Єсть! Побіда! Джордж Карлінг – це американський сатиріст, якщо не помиляюсь. Один із самых смешных стендаперов в мире. Он не только стендапер, он еще и мыслитель, философ, и все это подает очень смешной форме. Я смотрел много его стендапов, но у него такой прям, ну не знаю, насколько у нас бы в стране котировался такой вид юмора, потому что там довольно остросоциальная тема, и он как-то все очень жестко подавал, но мне нравится. Я следил за некоторыми его выступлениями. У меня напрашивается вопрос. Да. Не как вам, как вы добрались? Ну, собственно, да, как вы добрались? Мы благодаря, на самом деле, для того, чтобы я сюда попала. Мы посыпали песком и солью абсолютно весь подъезд. И на ней подскользнулись? Нет. На чем можно зимой упасть? Конечно же, на коньках. На коньках, на коньках. Когда в машину садитесь, коньки снимаете? Ну, теперь уже да. Зато теперь же можно на одном коньке кататься. Вы всегда, всегда везде с кварталом, везде всегда с нами. Всегда. Это очень приятно. Дня, ну, очень приятно. Вова, тебе привет. Смотрите, кого я нашел. Я поймал Хулса фестиваля. Этот чувак, тебя зовут Святослав, да? Из команды «Загорайская» Людмила Степанина. За что у тебя бой забрали? Ну-ка скажи. Алась прикра помилка. Тебя перепутали с кем-то?
Я разбил стакан выпадково. Из-за этого забрали бейдж. А потом я зашел через кухню. И разбил там все стакан. Не. Я хотел дарвать радость людям, а меня забрали бейдж. Вот так всегда. Хочешь как лучше, а получается. Но тебе вернули бейдж? Бейдж не вернули, мы заходим по паспортам. Да? Да. Слушай, ну теперь вы обязаны выступить так круто, чтобы попасть в сезон. Да? Мы будем стараться. Это будет лучшим исправлением ситуации, согласен? У нас есть прикол. Какой? А ну-ка давай. А вы побачите на выступе. Я думал, он мне сейчас мочканет. Главное, мать уверенность, я дуже уверен. Это точно, даже уверенный. Увидите его, я вам покажу. Все, стол на месте. Пиза у нас? Да. Мечи никаких. Никто. Писались? Да, все хорошо. Ну, да. Будем надеяться, что все хорошо. Спасибо. Удачи, чувачок. Спасибо большое. Так, а ну тихо. Тихо сейчас выступать. Самая молодая команда на фестивале 1 плюс 1 равно 2. Правильно? Да. У нас есть шанс спасти. Какой шанс? Вы же репетируете, да? Слава Богу. Репетирую? Через 3 часа в границе. Не тыкайте в GoPro пистолетом. Когда вы вообще? Скоро, там буквально. Нервы на пределе. Усы выросли. Смотрите, на Пикалова похож вообще. Одно лицо. Где маленький мой любимый человек? Маленький, здесь где-то. Самый серьезный. Какой серьезный. Брат, ты разревать сейчас будешь, да? Что за понты? Что за понты вот это? Чувак, это профессионализм. Ага. Ауе. Я не подпеваю, потому что очень гунявенько получится. Думал, у вас хорошо. А вы тоже так же. Как ты красиво хлопаешь, чувак. Спасибо, это мы толпы. Это великолепно просто. Где моя фотка? Есть 2 минуты перед выступлением поспать. Чем переживаю, я проезжаю на фестиваль третий раз. Да. Третий раз во втором туре. Вот, и всегда не хватает еще чуть-чуть. Надо сломать. В этот раз надо сломать. Я сломаю. Красавчик. Я сломаю всех тех, кто меня не возил в сезон. Потому что я четвертый раз не хочу проезжать сюда. К черту стабильность. Да. Мама, привет. Его мама. Мама еще. Ставь лайки. Ой, ты красавчик. Я, ты знаешь, что с такими делаю, которые я говорю? Целую. Подписывайся на канал, ставь лайки. Мы просто, ну, не русские, любим целоваться. Да, да. Делай репост. По-братски. Правда, что всех, кого ты снимаешься, потом в телек попадает? Нет, это неправда. Молодцы, молодцы, молодцы. Слушай, я думаю, где я тебя видел? Ты до этого, на, знаешь, кого? На кого похож? На Гана, Вася Вакуленко. Спасибо, спасибо. Да, да. Соскучился, да? Соскучился, тянет тебя на сцену. Уже Тему взяли. У тебя нет золотой кнопки? Давай мы выступим, у тебя дальше. Вытирать надо чаще объектив. Что-то из того запахает. Без звука смотрели. Это моя фишка. Телек пошел. Пошел телек. Лукас, отдыхаем вместе. Винницкие, увидите кто. Луганск. Вот Луганск, молодцы, хорошо. Спасибо. Снимай зрачки. Зрачки? Как классно выступать в конце, да? Очень круто, честно. Одни из тех, кто вот прям очень круто зашли в первом туре. Спасибо. Да?
Сейчас команды из телека показали, что они сыпятся. Давайте вы, пожалуйста, не сыпьтесь. Если мы не уснем, Расул, мы не подсыпемся, честно. Единственное, что может. Давайте, удачи. Подойдешь еще перед нашим выходом, чтобы я еще раз похлопал. Хорошо, я напомню. Давай, давай. Ты какой? Ты земляк или кто ты? Не снится нам ни рок, а космодрома. Не снимай мои зрачки. Как тебе, Расул, как тебе? Мне понравилось. С этой уткой. Я тебе открою секрет, ты будешь первый. Как ты думаешь, что там внутри? Чипсы? Нет. Там прошлогодняя уточка, и она еще даст о себе знать, друзья. Она еще вернется. В Садах Победы сегодня дискотека. Я приду. Не зря. Не зря несколько дней не ходили в Сады Победы. Сегодня наебнемся. Мало вам своего выступления. Лезете еще к другим. Да, мы хотим побольше. Вы были великолепны. Спасибо. Ну вот. Ради победы я могу... Все! Опоздал на работу, купи шефу... Конфеты Лукас. Сам себе хороший... Красавчик. На фестивале главное... Почка. В мужчине главное... Чтобы девушка была. А в женщине главное... Чтобы в ней сидел маленький дизель-шоу, у которого непривередливый вкус, и который смеялся бы абсолютно со всей ерунды, которую он скажет. Зимой хорошо кататься... На Буковеле, в Карпатах приезжайте, мы чекаем. Зимой хорошо кататься на... Моделях, прикольно же. Перед выступлением обязательно... Оденься. Кому на фестивале жить? Баруля. Нельзя выкладывать себе на страничку фотографию маленьких котят. Дизель-шоу. Писюна. Кентавров жалко. Верните кентавров. Согласен. Супа! Я думал, я сдохну, когда объявляю. Чувачки, поздравляю, блин. Вова. Я. Ромка, что скажешь? Скажи приятно, когда куча твоих друзей попадает. Да, это очень круто. Волновался, как будто, блин, ждал свою. А кто в галке? А мы в галке! Прям мы с тобой лежали сегодня на полу. Я счастлив. Ребята, поздравляю всех, кто прошел. И в следующем году всех, кто не прошел, обязательно пройдите. Всем удачи. Все за барку. За барку. Люха, что скажешь? Согласен, не согласен? Все клево, крупа. А, тебя только одна команда интересует. Не, ну, все понятно. Нет, я за крупу болею, да. Ох уж эти капитаны, ох, написали крупе все. Да, дали и не поставили. Мы только отбитки. Мы пишем отбитки. Мы больше не шутим. Ты что, довольный такой, как команда? Очень много Днепра прошло, это очень круто. Ой, слушайте, блин, вообще сам нервничал очень сильно. Соединенные Штаты! Попали. А еще я рад за многих наших харьковчан. За бывших харьковчан. Николь Кидман очень рад. Лукаса жал. Ох ты, бессовестный. Давай, иди. Второй тур окончен. Вы обязательно узнаете результат в телеверсии, собственно. Сегодня решалось, кто пройдет, кто попадет в телек, да? А там уже дальше ребят ждет сложная задача. Им нужно, чтобы на них встали. Вот такой вот прикол у нас на Лиге Смех. Да, очень у вас там живенько, весело за кулисами. Но я предлагаю сейчас перенестись в тот момент, когда второй тур подошел к своему завершению. Огласили результаты. И вот что потом? Снова ночная жизнь? Я не поверю, что такое количество огромное молодых, веселых, энергичных, креативных людей каждый вечер отдыхает как-то однотипно. Ну нет, конечно. Это та самая часть, где ты отключаешься от работы. Это и конкурс-разминка. Что, где, когда с Александром Андросовым. Повод померяться интеллектом. Очень популярная игра. И самый крутой конкурс, который, да, уже третий год в разрыв просто, это
песенный конкурс, где сцена превращается вот в танцпол, потому что исполняются хиты, хиты, которые вот близкие, знаешь, по духу нашему движению. В общем, слушай, это тот самый момент, когда давай я тебе лучше покажу. Давай покажи. We'll be right back.